Привет! О каком комфорте может идти речь, если у вас дома нет горячей воды? Поэтому сегодня у нас в гостях новинка этого года – электрический водонагреватель накопительного типа Electrolux Centurio IQ 2.0. Конечно, он красивый, суперкомпактный, всего 25 сантиметров глубиной, идеально впишется в любом помещении, хоть вертикально, хоть горизонтально, но не в этом его основные преимущества. Главное его достоинство скрыто внутри. Давайте я вам про них расскажу. В первую очередь, это вот этот вот фирменный модуль Wi-Fi. Благодаря этому модулю вы можете управлять своим водонагревателем через мобильное приложение, установленное на своем смартфоне, из любой точки планеты. Или просто выезжаете из офиса, включаете его, и когда приезжаете домой, вас уже ждет горячая вода. Не нужно переплачивать за дорогущую электроэнергию. Для этих же целей в нем установлен таймер отложенного старта и выключения. Зачем греть воду, когда дома никого нет? Когда вы спите, зачем вам горячая вода? А надежная теплоизоляция сохранит воду горячей до самого утра. Помимо этого, здесь использована технология сухих тенов X-Heat. Хотите узнать, как это выглядит вживую? Сейчас я вам покажу. Вот так выглядит технология X-Heat или сухие тены. Тены не имеют прямого контакта с водой, что предотвращает от образования накипи или других отложений. И сама замена. Вы представляете, чтобы поменять тен, необходимо не больше одной минуты. Отдельно нужно рассказать про внутренний бак, изготовленный из высококачественной нержавеющей легированной стали. Такая сталь препятствует образованию любой коррозии внутри бака. Отсюда премиальная гарантия 8 лет. Для предотвращения коррозии внутри бака служит и магниевый анод увеличенного размера. Внутренние баки сварены на полностью автоматизированной линии аргонной сварки, что исключает человеческий фактор. Никаких сварщиков, никаких перекуров и обедов. Идеальные швы и долгий, надежный срок службы. Цифровой дисплей с подсветкой, три режима мощности, таймер, приятное такое колесико. Кстати, во время нагрева на экране отображается температура воды в реальном времени. Теперь, что касаемо управления. У этого прибора есть функция половинной мощности. Это если, допустим, у вас на даче сеть не тянет мощные приборы. Здесь также есть экономичный режим. При таком режиме вода нагревается до 55 градусов, что существенно продлевает службу как самих тенов, так и самого прибора. Это препятствует образованию накипи внутри бака. У этого прибора есть и другие полезные функции. Система бактериостоп и система антизамерзания. А экономичность прибора настолько высокая, что вы сможете окупить затраты на его приобретение уже через 2-3 года. Естественно, такой современный прибор не может быть не укомплектован самыми совершенными системами защиты. От перегрева, от избыточного давления, от поражения электрическим током и от сухого старта. Electrolux заботится о вашем комфорте. Этим прибором приятно и удобно пользоваться. Он экономит ваш бюджет. Следите за нашими новинками. До встречи. Пока.